Какой там сонный, дома ничего работал. Ну не проснулся, раз. Надеемся выиграть в соревнованиях. Это наши первые соревнования. Надеемся не подвести. И пожелаю всем остальным тоже победы. Она у нас уже почти месяц. Вот первая выставка наша, как именно как маленькой-маленькой собаки. Еще даже не щенок, она и бэйбик. Ну, для нас эта выставка, это просто прийти пообщаться, сравнить с другими собаками. А так вообще это наш друг семьи. Мы взяли именно друга себе. А он это, с лохматым лицом. Он это, у вас центр. Ну да.